Я, собственно, являюсь CEO компании и рекомендую другим руководителям компании проходить такой курс, потому что теперь сразу стало понятно, как выбирать проджект-менеджеров, что от них требовать, как построить вообще процесс, он стал понятен. Очень плотный интенсив, просто информации нереально много, теперь надо каждый блок углубиться, изучить, но это как бы хороший старт, хороший рефреш бизнеса. Становитесь на место заказчика, становитесь заказчиком. Идите наперекор всяким своим процессам. А те кейсы, которые я рассказывал, это мои боевые кейсы. После этого вы реально получаете доверие людей, а дальше это сарафанное радио. Эти 4 дня, конечно, перевернули прям мое сознание, потому что первое, это структурировали все, на кейсах разобрали самые важные моменты, и плюс много рискованных ситуаций. Это, конечно, вот кейсы самое классное, что вы это делаете на реальных проекта. За 32 часа мы прошли практически такую очень не просто основу, а такую глубокую основу интенсива и PM, да, что просто моя благодарность вам. Материалов было очень много, очень концентрированно, качественно на самом деле. И для меня было на самом деле очень много открытий. Много чего я пробовал на практике, не мог понять, почему я так делаю или почему так делают другие. Здесь как-то оно все становилось на свои полочки, и это очень здорово. Я вижу, что вот эта информация может качественно улучшить эти стартапы и как их развивать в начале, и что надо закладывать в самое начало. Для меня вот это было очень важно. Для того, чтобы начинать какой-то новый бизнес, вот эти вот азы очень помогают. Поэтому спасибо вам большое. Я очень рада, что приехала. Я уверена, что буду пользоваться большинством полученных знаний. Спасибо вам за качественный подход к обучению. Я вообще разработчик, я получил достаточно знаний, я делал себе много пометок в блокноте, то, что я хочу попробовать, внедрить. И судя по тому, что у меня 10 страниц исписаны в блокноте, то есть я думаю, приехал я сюда не зря. Так что спасибо. Я спокойно выбрал этот курс и очень рад ему. И скажу кратко, мне захотелось пойти на полный курс. И, скорее всего, и на медиум. Это как бы основное, как бы, благодарность. Полезно было. Спасибо. Для меня реально открытие. Мне помогло разобраться и понять, и ценить, что софт-скиллы в человеке, тем более в менеджере, это действительно важно. Я все время ими пользуюсь, но я воспринимала это больше как моя слабость, что надо топнуть. А оказалось, что это классно. Спасибо, ребята. Все мы получили хороший лернинг и, наверное, хороший пинок под зад, чтобы расти дальше, развиваться дальше. Даже если вы знаете много информации и вам кажется, что вы уже знаете все по управлению проектами, вам нужно прийти на этот курс. Прежде всего для того, чтобы структурировать эти все знания. И здесь мы получили очень много информации и знаний, и практики по использованию этих софт-скиллов, которые, я уверен, помогут всем нам достичь результатов.